адреналин надо вводить порционно. По неопытности можно закончить и летальным исходом. Поэтому первые кубики бодрящего фермента мы получим в Автограде в виде АТВшек. Расшифруем. Есть такое желание у человека покорять природу. И при этом, как одна из самых ленивых тварей на Земле, для своего комфорта и чтобы не напрягаться, были придуманы средства полной проходимости. Как такое стало возможным? Поблагодарим Макферсона, передний привод, давший нам несчисленное количество шрусов и вариатор. И получается, дыруга всепролазная. Но сегодня в тесте Polaris Ranger. Так, а теперь полная порция, и это не для детей. Маты, как вы знаете, укладываются не только в спортзале. Ими же обкладывается и Лёха, тем членом семьи, который держит камеру. Потому как приобрести после тест-переворота Ranger, конечно, можно. Но ремонт и апгрейд жилья важнее. А я апгрейдировал свои познания в безграничной проходимости Поляриса. Согласитесь, трудно в городской черте найти такую грязюку.
и полное сумасшествие лазить туда в стильной кофте и без боевых штиблетов. Но автостоп именно настолько повернут по фазе, и это наше преимущество. Преимущество работать на грани фола, которая стирается и перемалывается мощным американским проходимцем, после теста которого хочется орать: «Хочу!»